В Ненецком округе продолжается традиционная акция «Помоги собраться в школу». Собрать все необходимые школьные принадлежности для детей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, могут все неравнодушные жители региона, а также организации. Александра Литкова продолжит. Канцелярские товары, наборы для детского творчества, портфели, школьная форма и обувь. Благотворительная акция «Помоги собраться в школу» стала уже традиционной. На сопровождение в комплексном центре социального обслуживания находится более 50 семей, это признанных в социально опасном положении. Более 30 семей находятся в трудной жизненной ситуации. Такие категории семей, как малоимущие, многодетные. Бывает так, что один из родителей или оба родителя потеряли работу, тоже, что у нас сейчас такое время непростое. И не все могут приобрести самостоятельно, да, какие-то принадлежности к школе. Рассчитывать на материальную помощь в подготовке к школе могут как жители Наринмара, так и окружных сел. В этом году уже более 30 заявлений принято от нуждающихся семей. Каждый день поступают эти заявления, поэтому мы будем рады любой помощи от граждан. Понятно, что год тяжелый для всех, но даже самая маленькая помощь, это даже если мы одному-двум детям сформируем наборчики, это уже будет огромная радость. В этом году к организаторам акции комплексному центру социального обслуживания присоединились региональное отделение Российского Красного Креста, а также Молодая гвардия Единой России. В рамках акции мы помогаем Красному Кресту размещать по магазинам коробки, в которые люди могут складывать канцелярские принадлежности, могут складывать рюкзаки, одежду в случае, если такая необходимость есть. Также помогаем размещать информацию в средствах массовой информации. Это соцсети, газеты, сайты разного характера, в которых можно размещать такую информацию. Мне кажется, что акция очень необходима, так как не все семьи могут предоставить своим детям какие-то школьные принадлежности. И чтобы все дети могли пойти 1 сентября в школу подготовленные. В прошлом году все семьи, подавшие заявление в комплексный центр социального обслуживания, получили школьные наборы. Акция продлится до 30 августа. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».